Всем привет, меня зовут Полина, и вы на моем канале. В комментариях к видео Room Tour я спросила у вас, хотите ли вы вторую часть видео про мой рабочий стол. Многие ответили то, что хотят, поэтому я снимаю это видео. В нем, как вы уже поняли, я покажу вам свой рабочий стол, расскажу, где что находится, покажу все полочки и так далее. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и давайте же не будем сильно медлить и начинаем. Начнем с нижних ящиков. В первом у меня располагаются три полки, в которых, честно говоря, какой-то хлам. Туда я сложила то, что не помещается в остальные ящики. Сверху у меня располагается выдвижной ящик, в котором находятся рисунки с моего дополнительного рисования, мой старый кошелек, батарейки, какой-то блокнот, моя петличка и баночка с кнопками. Также один ящик у меня находится прямо в столе, и там у меня лежат также какие-то блокноты. Также здесь находится степлер, наклейки для подарков и ленточка для упаковки подарков, скобы и так далее. Также здесь находятся листы А4 и какие-то мои рисунки, маркеры и также стопочка с небольшими листочками. Что же находится у меня на самом столе? Во-первых, это зимняя композиция, которая осталась у меня с видео «Украшаю комнату к Новому году». Также здесь находится стаканчик с какими-то моими ручками и вот такой вот пакетик. Там у меня располагаются все мои провода. На моим столом висит вот такая вот доска. На полочках я положила всякую фигню, которую также не знаю, куда деть. Также над одной из полочек располагаются три вот таких вот контейнера. В одном из них у меня лежат ластики, в другом скотчи и в третьем одна одинокая точилка. Также в трех стаканчиках сверху находятся фломастеры, ручки и цветные карандаши. Для украшения своей комнаты на вот эти вот прищепки я также решила повесить вот такие вот рисунки. Также над столом у меня есть две полки, на одной из которых все мои учебники, тетради, в общем, все школьное. А на другой у меня стоят три моих любимых светильника. Ну и также рядом с моим столом располагается мой любимый розовый стул. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите под ним лайк, подпишитесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там я тоже достаточно активна. С вами была я, Полина, и всем пока-пока. До следующего видео.